Здравствуйте! Сегодня поговорим о некой дамочке Цунаде. Как ее зовут, я не знаю. Я, честно говоря, думал, что она ненормальная. А с ненормальных спросу нет. И юридически, и по вселенским, по всем законам. Но тут меня переубедили. Я вышел мне на канал, у меня почти 7 миллионов просмотров за 3 месяца. Она умная, хитрая и расчетливая. Очень расчетливая дамочка. Сразу же она сделала очень жесткий уклон на хайп, на убийство. Как она считает, даже неизвестно. Ей, таким людям не важно, что они считают. Они чисто вот хайп, деньги, мани. Мани. Вы знаете... Вселенский бумеранг будет. Не надо вот все время мне его на голову посылать. Это и к яме обращаюсь. Вы свои головы прикройте, пожалуйста. Я понимаю, что вы по глупости участвуете в каком-то невероятном зле. Невероятном. По глупости. Но вселенский бумеранг никто не отменял. Если вы потом не извинитесь и не раскаетесь, когда пройдет прозрение, а она придет к вам, то он обязательно прилетит, этот бумеранг. Не вам, так вашим детям. Потому что это нужно обязательно раскаяться. Хоть у меня 2 высших образования, я стараюсь всегда научную точку зрения придерживаться. Но я верю в такое эзотерическое существование вот этого бумеранга. Абсолютно верю. И все вот эти вот каналы «Свое мнение», «Паша Хейтер», этот «Самозванов», народное слово, «Коча», вот этот «Цунаде», они свое получат, хайпажоры. Ну, Гордеева, маразмы. Нет, вот эти точно получат. И напоследок я расскажу историю. Чтобы некоторые вещи понимать, нужно их прожить и жить в этом мире. Один раз я в школе своей дрался с альфа-самцом. Ну, всегда в каждой школе бывают такие по 100 килограммов. У них свита там своя. Ну, раньше такие точно всегда были в каждой школе. Я сейчас не знаю. Потащил меня драться. Это свита его стоит. Я подбегаю неожиданным бах ему головой в переносицу. Он взревел, у него кровища. Начал руками махать. Я голову пригнул, он мне раз попал. Я сразу на пару секунд сознание потерял. Ну, на 40 килограмм тяжелее. А он все... Получается, я голову пригнул. А он все руку сломал и опять взревел. Я в себя успел прийти, он уже пинает меня. Я там прикрываюсь, отпинываюсь ногами. Короче, я пострадал сильно очень. Но... У него сломан нос и сломана рука. Хотя вот получилось, у меня тут рог вырос. Ребра болят. Потащили меня учителя, его в больницу. Потащили учителя меня на разборки. Ты не должен был его первым бить. Я не мог им объяснить, что меня повели драться. Драка в любом случае бы состоялась. Единственный шанс, он намного крупнее, старше, сильнее меня. Шанс был как-то уравнять. Это бить первому. Они не могли понять этого. Тут заходит трудовик и физрук. И тут же принимают мою сторону. У них шары по 5 копеек, у всех. Они по 30 лет работали в школе. И, кстати, моя мама была завуч. Но не понимают. Мир, вот этот пацанский, совсем нисколько, ни на 1%. Совсем не понимают. Так вот, пожалуйста, подумайте. Когда придет прозрение, пожалуйста, отпишитесь от этих хайпажоров противных. Они свое получат. Вот. А вы, пожалуйста, задумайтесь уже сейчас.
И не надо переворачивать с ног на голову, опять что-то писать мне. Всем спасибо, всем пока.